Всем огромный привет! В сегодняшнем видео будет небольшой видеоотзыв о капиллярных ручках из магазина Fix Price. Упаковка устроена так, что в магазине вскрыть и посмотреть ее невозможно, поэтому я вскрою и покажу, что же там внутри. В наборе 16 цветов, оттенки достаточно разнообразные. Два вида оранжевого, розовый, фуксия, фиолетовый, сиреневый, голубой, синий, салатовый, зеленый, также присутствует серый цвет, ну и, конечно, черный. Ручки удобно лежат в руке, они тонкие, примерно как простой карандаш, колпачок закрывается плотно. Но посмотрите, как выглядит стержень. Это не капиллярная ручка, это, по сути, обычный фломастер. Кстати, одна ручка попалась с брачком, это желтый цвет, у нее не снимается колпачок, а вытаскивается все вместе с этим грифелем. И я покажу, что внутри. Здесь стоит пишущий элемент, очень похожий на фломастер, но гораздо более жесткий. Такое ощущение, что он сделан из пластика. Из пишущего элемента вверх идет такая пластиковая пипеточка, которая забирает пигмент из грифеля. Поначалу ручки пишут очень тоненько, но если вы будете сильно на них нажимать, то, подобно фломастеру, линия письма будет утолщаться. Вот так они выглядят на бумаге. Если мое видео было полезным, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Желаю вам удачных покупок. До новых встреч. Пока-пока.